Росіянин не заплатил двум приемовским предприятиям около 180 тысяч долларов за молочную продукцию. По факту махлярства у особливо буйным помиры у относинок громадянина России узбуджена криминальная справа. Мужчина узнашаливал коммерцийное предприятие, зарегистрованное у городе Балашиха. Некольки год он куплял продукцию Дятловского сыродельного и Волковыского молокоперепросовчего предприятия и продавал России под своей гандлевой маркой. У липені минулого года, после реализации черговой партии, директор не разлишился с поставщиками. Белорусские предприемства продолжили отпускать продукцию. У жнивни 18-го, когда долг перед Дятловским предприемством складал 10 миллионов российских рублей, а Волковыским – амаль 2 миллионы, фирма краины-суседки объявила о банкротстве. По факту узбуджена криминальная справа, проводится проверка законности деяния службовых особ белорусских предприемств.